Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Коррупционных преступлений в регионе стало больше на четверть. За 10 месяцев число зарегистрированных преступлений выросло с 200 до 260, в основном за счет взяток. Если год назад было 3 таких факта, то в этом 32. Пресечена деятельность, в том числе организованной группы, на системной основе получавшей взятки от предпринимателей, сообщает прокуратура Кировской области. По всей видимости, речь идет о департаменте лесного хозяйства и вице-губернаторе, который курировал эту сферу. Отмечается рост числа выявленных преступлений, кстати, в лесной сфере с 26 до 55. По материалам прокурорских проверок возбуждено 39 уголовных дел. Это 16% всех выявленных преступлений. Программа «Экономика». Коронавирус лишил дружбу 75% выручки. Об этом рассказал изданию «Источник онлайн» директор некоммерческого партнерства «Смена» Владимир Вонин, который управляет кинотеатрами «Смена» и «Дружба». Тот попросил городскую власть отменить арендную плату за второй кинотеатр из-за роста убытков. По словам Ивонина, посещаемость снизилась на 75%. Также упала и выручка. В октябре прошлого года сумма составила 1 000 000 рублей, в этом году 230 тысяч. Кинотеатр готов на различные дополнительные условия. В Гордуме предложили подумать о скидках или бесплатных социальных услугах, если и кинотеатру не придется платить аренду городу, сказал Ивонин. Экономика на 101 FM. Далее новость от наших партнеров. Бесплатное составление отчетности для налоговой, подготовка концепции рекламной кампании или квалифицированная защита бизнеса в суде. Все это доступно кировским предпринимателям. В центре «Мой бизнес» субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица могут получить консультации и помощь по различным направлениям. Она предоставляется за счет бюджета в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы при поддержке Минэкономразвития России и правительства Кировской области. Причем без длительного ожидания, максимум в течение 3 рабочих дней. К специалистам можно обратиться лично по предварительной записи, а также можно отправить свой запрос по электронной почте и получить подробный ответ. Какую систему налогообложения выбрать вместо ЕНВД? Как подготовиться к визиту надзорных органов? Какие документы нужны для регистрации стартапа? Как эффективнее продвигать бренд и продукцию? Ответят опытные бухгалтеры, юристы и маркетологи из кировских организаций, которые прошли конкурсный отбор. Запись по телефону. Телефону 410-410 или на сайте mybusiness-43.rf. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 75 рублей 47 копеек, курс евро 89.89. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.